Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу вместе с вами распаковать цветочки, которые мне привезла дочка с Москвы. Так, ну вот начнем с этого пакетика. Это пакет тут Сансильери Хани. Вот такая. Несколько деток. Эта женщина у нее на работе рассаживала и отдала ей. Она знает, что я занимаюсь. Вот такая. Вот тут с деткой. Во какая детка. Пыльная. Это я ее сейчас в душе в горячем все помою. Потом, значит, это кто? Это не знаю кто. Это зигококактус, наверное, какой-то. Вот такими большими листами. Ну, это все я приведу в порядок. Вот какая розеточка маленькая. Тоже тут обломанный листик. Ну, корешки хорошие. Там еще одна розеточка. Ой, какая страшненькая. Сухая, тут все сухое. Этот большой лист обломанный. Но корни хорошие. И там еще два листочка зигококактуса. В общем, с этим все понятно. Это надо в душ мыть с хозяйственным мылом. Потом буду рассаживать. И вот Савита. Так, это в сторону. И вот Савита, два цветочка она в Москве купила. У нас Авито выбора никакого, скудный. А там я нашла, которые мне цветочки надо. Она съездила, забрала и мне привезла. Чтоб посылкой не посылать. Вот такой мы выход из положения нашли. Так, что тут? Так, это у меня кто? Это орбифолия. Колотейка. Ой, батюшки, как будто мороз запаковано. Так, вот на фитиле стояла. В принципе, хорошенькая детка. Буду пересаживать. Я ее в душ не понесу. Она чистенькая. Так. А тут у меня колотея. White Fusion. Они такие дорогие. По 2800. В магазинах цветочных. А эту мне дочь купила за 400 рублей. Ой, какой здоровый стакан. Обалдеть. Куда ж такой здоровый стакан? Ну, тут вот длинные были. Она голландская. У голландских вот такие длинные листья побеги. Я ей велела дочке срезать их, чтобы удобно вести. Все равно они все сухие уже были. Ну, тут маленько повредился. Вот какая вылезла. Красота, уже домашние листики. Вот этот маленько в дороге, видать, помялся, повредился. Но ничего, я думаю, отрастет. Какой здоровый стакан посадили. Вот корешки есть. В общем, я довольна покупкой. Пересажу их на днях. Сейчас пересаживать не буду, мне некогда. Ну ладно, всем пока-пока.